Глава региона провел выездной прием жителей Темиртау. Свои вопросы смогли задать больше 100 человек. Общение в этот раз организовали в новом формате. Подробности расскажет Антон Александров. Выездной прием граждан глава региона провел в Доме культуры Темиртау. Здесь все организовали по принципу работы ЦОНа. Создали безбарьерную среду, установили электронную очередь, организовали места для ожидания. В итоге все собравшиеся могли наблюдать, как Аким области беседуют с местными жителями. Ради этого я бросила детей, можно сказать, дела свои, пришла сюда именно к Аким области. Я стою в очереди как многодетная. У нас Аким объявляет, что квартиры выдаются многодетным. Зимой выдался на 4А квартале дом многодетным. В очереди мы не двигаемся. Сейчас выдали 16 квартир опять многодетным. Очередь опять не двигается. То есть как будто выдается, но очередь у нас не сдвигается. Вместе с главой региона приехали руководители областных управлений, представители полиции, департамента экологии. С любым руководителем можно было поговорить с глазу на глаз. В общем, почти 4,5 часа ушло, чтобы принять всех желающих. Среди них и жительница поселка Актау Елена Ломакина. Приехала сюда, чтобы рассказать о последствиях урагана. У многоэтажки в поселке сорвало крышу. Надеемся, что нам помогут восстановить нашу крышу. Потому что мы живем в поселке, и у нас таких денег нет, вы сами понимаете. У нас большинство живет стариков. Для удобства предусмотрели детский уголок. Пока взрослые решали вопросы, с детьми занимались волонтеры. Зачастую людей волновала коммунальная сфера и вопросы экологии. В Темиртау сейчас оперативно ремонтируют проблемные участки водовода. В следующем году чиновники надеются начать его капитальный ремонт. Все обращения граждан фиксировались. Кому-то давали разъяснения сразу, а какие-то вопросы требуют большего времени для решения. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.